вот с линии огня, с линии атаки. Проводишь. Начинаю уходить. Я ухожу, подкручиваю пирожок. Отошел, ударил. Еще раз. Раз, удар. Здесь работа. Я колено сейчас, да? Бедро мое. Работа. Работаю с дистанции, ногу убираю. И в самый последний момент на этом движении. Начинаю. И сразу же ухожу. Сразу же к нему. Теперь посмотри, я его еще закручиваю. Сейчас смотри, мы рукой что-то можем сделать, потому что если человек жестко занимается кикбоксингом, наши руки должны защищать наши лицо. И посмотрите, я своей ногой, так его ноги в принципе работают. Раз движение. А отсюда можно отсюда. Смотрите, если он с этой той ноги сейчас будет атаковать, смысла нету делать в проводе. Смысла нету делать защитное движение. Ближнее колено. И идет сразу сюда, сразу идет работать. Вот она сразу. Как только он начинает так вот, идет упреждение. Нога пошла. Раз. Здесь, опять же, вот. Работа, опять же, здесь, там, да? Еще раз. Раз. И вот здесь. Два. Раз. 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 И три. Вот говорил. Раз. Отсюда. Раз. Опять же, здесь. В данном здесь, опять же, вот. Здесь подсел. Видно, что за что я его прихватил полностью. Я оба вхожу. Считается грязным и бесчестным. То есть утро. Нашел, вытащил. Да, да. Элементы. То есть утро. Хорошо, опять. Движение. Здесь. Руку кидаю. Смещаюсь и руку ставлю. Бубенчик. Вот и здесь работа. Что такое это прям самбистка? То есть смысл какой? С локтя. Мой вот этот вход, удар, и сразу же работа. И смещаюсь, нога идет под вот эту пятку. Чуть-чуть вытяжка, чуть подсед и работа. Локоть, чуть вытяжка, подсед, работа. Что я делаю? Я тебе сразу в опорное колено. Все, понял, все. Посмотрите, удар в область паха, удар в глаз. Да? Посмотрите в пах. И все. Посмотрите в пах.